Более 80 юных танцоров округа от 5 до 12 лет уже завтра соберутся на одном паркете во дворце спорта «Норд». Любители бальных танцев со всего округа будут бороться за главный кубок окружного конкурса «Арктик Данс» в вальсе, ча-ча-ча, квикстепе и самбе. На это главное танцевальное событие года приехали специальные гости – чемпионы России 2017 года по бальным танцам Семен Харжановский и Елизавета Лыхина. Сегодня во дворце культуры «Арктика» для маленьких конкурсантов они провели мастер-класс. На нем побывала и наша съемочная группа. Представители танцевально-спортивного клуба «Империя» из города Москвы Елизавета Лыхина и Семен Ржановский для юных танцоров исполняют танец румба. На сегодняшнем мастер-классе спортсмены показали и технику ведения в паре, а еще основы ча-ча-ча. Несмотря на то, что вместе ребята танцуют всего год, в прошлом году они стали чемпионами России по 10 танцам среди молодежных дуэтов. Ну, мы очень стремились к этому, старались и, конечно, выходили с целью выигрывать. Я начала танцевать с 5 лет. Да, с 5,5 лет, уже около 13 лет занимаемся танцами. Я так понимаю, вы еще учитесь? Да. В школе? Да, экзамены в этом году сдавать нужно будет. А как-то учителя снисходительно относятся? Вы все равно пропускаете? Конечно, пропускать приходится очень много, но все равно стараемся учиться днем, ночью. Ночью в основном. Несмотря на большую занятость, ребята с удовольствием приехали поделиться опытом с начинающими танцорами, среди которых Татьяна Кычина и Алексей Сафонов, которые, как и чемпионы, в паре всего год. Вот просто все уже понравилось. Ага. Танечка, тебе что понравилось? Мне понравилось, когда это пара. А какой танец они танцевали? Румба. Румба. А вы умеете танцевать румбу? Нет. Вы хотели бы научиться? Да. Ребята, а вам нравится вообще заниматься? Да. Да. Очень. А почему? Что тут? Потому что нам нравится преподаватель и нам нравится танцевать. Это очень главный танец. Завтра у ребят дебют. Они впервые будут выступать на окружном конкурсе «Арктик Данс», где будут исполнять 3 номера танцевальной программы – медленный вальс, самбо, ча-ча-ча. Оценивать окружных танцоров будут специально приглашенная судейская коллегия, в составе которой судьи международной и всероссийской категории. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».